Всем привет! Кто будет это смотреть? Меня Сота зовут. Меня с приветствиями плохо, поэтому многого не ждите. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Эй, Морган, проснись, время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. А, слушай, я... Здорово, что... С нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Скорее всего, буду пытаться читать всякие записки. Отрывок из энциклопедии пищевой ведения и кулинарии Элиота Эншоу, издание 2033 года. Трансглутаминаза – фермент, встречающийся у растений, животных и бактерий. ТГ часто используют для объединения частиц продуктов с высоким содержанием белка, таких как крабовые палочки и рыбные фрикадельки. Повара часто называют ТГ мясным клеем. Совет шеф-повара Шоу. Если приклеить куриную кожу к куску лосося, это защитит нижнюю часть куска от пережаривания. Интересно. Это что? Где это? Поздравляю, Морган, Алекс. А если я скажу, что могу за 10 минут превратить в вас в математика уровня Эйнштейна, и отвечу, что все это бред? Это первая мысль, которая приходит в голову. Однако Алекс Ю так убежден в своей правоте, что подобные мысли исчезают. Начинается эпоха нейромодов. Отлично. А есть еще какие-нибудь вкусняшки? Интересно. Первый день на работе. Она только в одну сторону открывается. Здравствуйте, Морган. Мы очень рады услышать о вашем прибытии на борт. Ваш первый официальный рабочий день – понедельник, 15 марта, но перед этим будет проведен обучающий тренинг, как для всех новых сотрудников, просто для того, чтобы познакомить вас с жизнью на орбите. Нас ждут сложные дни, желаем приятного полета и до скорой встречи. Томас Такер, исследовательский отдел. Привет, я послал тебе пакет со всем, что может понадобиться в первый день. Форма, транскриптор и нейромод. Нейромод установи прямо сейчас. Тестирование начнем завтра с утра. Проследуй инструкциям, я на связи, Алекс. Привет, только что готовил с родителями, они не
Они не приедут к отправлению шаттла, они в Нью-Йорке по делам компании, но шлют свои наилучшие пожелания. По-моему, мама немного встревожена тем, что оба ребенка одновременно покидают ее гравитационное поле. Она сказала, что тебе следует вести себя хорошо и во всем слушаться старшего брата. Шутка, наоборот. Это я должна хорошо себя вести и слушать тебя так-то. Но ты знаешь, мама, в любом случае всем интересно, что там пришло тебе в голову, так что приготовься. Постараюсь позвонить утром и разбудить. До скорого, Морган. Опять Алекс написал. Выполнив серию экспериментов, приведенных в этом скромном руководстве, вы познакомитесь с основами современной аналоговой цифровой электроники. Изобретателю нужны лишь мощное воображение и куча хлама. Хорошо. Все, здесь ничего больше интересного нет. Доброе утро, мистер Ю. Господи, я испугался. Серьезно? Секундочку, почему она такая громкая? А, мне удобно. Фиг с тобой. Мистер Ю, устраивайтесь поудобнее, и мы взлетаем. Комплекс Транстар совсем недалеко. 25 градусов, небо ясное. Что это было? Неплохой вид на залив. Приехали, мистер Ю. Берегите голову. Удачи вам. Почему все NPC такие громкие? Ну ладно. А, то она тихая. Добро пожаловать, Морган Ю. У вас запланирована встреча в испытательном комплексе в 9 часов. Подтвердите. Морган,
Наконец. Эй, ты неплохо выглядишь в форме Транстар. Как твой глаз? Красный? Знаю, тесты слегка необычные. Это традиция семьи Ю. Избегать всего обычного. Когда начнутся тесты, просто веди себя естественно. Не накручивай себя. Доктор Беллами тебе подробно все объяснит. Тебе повезло. Через неделю будем на орбите. Обещаю. Мистер Ю, вашего брата ждут в комнате А. Да. Сюда? Слушай. Просто будь собой. Буду ждать. Доброе утро, Морган. Я доктор Беллами. Итак, у нас сегодня пара тестов. Возможно, вы к таким не привыкли, но... Поверьте, все будет замечательно. Порядок? Супер. Тогда начнем. Для начала я попрошу как можно быстрее убрать коробки из красного круга. Положитесь на чутье. Ага. Будете готовы, жмите красную кнопку. Ой, стекло не разобьется, правда? Это вы просто молодец. Теперь перейдем. Чего это вы так переживаете? Так, Морган, внимание. Постарайтесь спрятаться в этой комнате. Не спешите, расслабьтесь, подумайте. Нет, я шучу. У вас только 9 секунд. Если готовы, жмите красную кнопку. Спрячусь. Морган, я... Есть синаптическая реакция? Вообще? Нет? Ну ладно. Простите, продолжим, Морган. Теперь в комнату С. Все чудесно. Пол коробки с собой захватить. Ладно. Поехали. На этот раз нажмите синюю кнопку в другом конце комнаты как можно быстрее и самым естественным для вас способом. Не думая, просто сделайте. Ну, жмите красную кнопку. Ну, так она не горит. Извините, может, кто-нибудь объяснит мне, что происходит? Симмонс? Я установил то, что принесла Тина. Вы проверили? Звук включен. Прошу прощения, да, Морган. У нас тут проблемы с оборудованием. Вы ни при чем. У вас все отлично. Последний тест. Идите в комнату Д. Застрял. Кто-нибудь принесите кофе. Будет здорово. Спасибо. Так, Морган, пожалуйста, сядьте за стол. Сейчас, секундочку. Он не встает. О, привет. Замечательно. Посмотрите на экран перед вами. Я покажу вам несколько вопросов. Выбирайте ответ, который покажется разумным. Нажмите старт на экране. Да вот. Решил пройти игру эту. Интересно стало. Что это вообще? Я жду вашего сигнала, Морган. И спасибо за подписку. Так, вы планируете отпуск, куда вы отправитесь в хорошее знакомое место, где вам нравится или новое? Новое. Хорошо, смотрю, вы освоились. Так держать. Вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Спокойствие. О, это сложно. По
потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете перевести поезд на соседнюю ветку, но к ней прикован один человек. Ничего. Это не ваше дело, верно? Да. Потерявший управление поезд приближается к 5 людям. Вы стоите на платформе рядом с невероятно толстым мужчиной. Если вы столкнете его под поезд, то остановите локомотив. Продолжаем ничего не делать. Еще немного. Потерявший управление поезд мчится по пути, к которому прикованы 5 людей. Вы можете остановить поезд, прыгнув по его колеса, но при этом погибнете. Ничего, без толстяка. Занятно. Отлично, отлично. Почти все. А теперь я покажу вам изображение. Как следует, посмотрите на него. Я спрошу у вас, что вы... это кофе? Тут пусто. Я думал, Сим... О боже! Охрана! Охрана! Алекс. Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив, усыплен. Приберите. Я иду. Ясно. У меня прибрать. Доброе утро, Морган. Сегодня понедельник, 15 марта 2032 года. Опять. Музыка офигенная, конечно. Я только обзорчики по ней видел. Что-то типа мимиков. И все. Ну и вот, что я увидел. Какая-то черная хреновина превратилась в кофеек. А, мне еду снова положи. Поздравляю. Снова. Уже 6. Опасность. Упс. Январь. Кому Моргану? Это мне вроде нормально. О. Ну, при том, что она так громко разговаривала, я не удивлен, что она умерла. Здравствуйте, Морган. Нам пора поговорить. Я Январь. Это не сон. То, что произошло вчера, реальность. Если хотите знать, что происходит, сначала выберитесь из здания. Вы в опасности. Я не пролазил. Идите к выходу. Я буду на связи. А где выход? Йо. Чё так беззвучно напал? Где эффект неожиданности?
А, тут все? Да, эта дверь ведет. Понял. Сейчас немножко погромче сделаю. Интересно. Это я кряхтел? Сон. Просыпается, выключает будильник, проверяет транскриптор. За компьютером разное. Принимает душ, надевает форму, выходит из комнаты. Вы ошибаетесь. Я не принимал душ. Сверяйте время аудиособытий с тестовой программы. Примечание. Визуальные эффекты голубей отключены из-за ошибки в отображении. Эй, Морган, проснись. Время уходит. Я отправил за тобой вертолет. Пройдешь пару тестов. Не забудь надеть свой костюм. До встречи. О, слушай, я... Здорово, что ты с нами. Мы тут зажжем, Морган. Как в старые добрые времена. Голуби. А, я уже не посмотрю в голове, да? Так, и куда мне? Заказ на изготовление номер... Так, марка Симмонс, производственный отдел. Весь этот артикул забракован, разберитесь вместе с производственным отделом. Хорошо. Кто этими камерами управляет? Не все так просто, да? Пароль. Какой там был? Подходит. Дружеское напоминание о важном разделе руководства. Защита паролей. Никому не сообщайте свой пароль. Пароли являются конфиденциальной информацией. Запрещено сообщать пароли по электронной почте, в звуковых сообщениях и иными средствами коммуникации. Не записывайте пароли и не храните их в своем кабинете. Ну, кто-то уже, видимо, нарушил. Если вы полагаете, что ваш пароль стал кому-либо известен, немедленно свяжитесь с компьютерным отделом. Пользователь несет всю полную ту ответственность за действия, совершенные с его терминалом. Всем неизвестно, что вы неизвестно, что вы потрясены утренним происшествием. В избежание ненужной паники воздержитесь от контакта за пределами вашего отдела. В ближайшее время будет сделано объявление по станции. Тем временем команда мисс Лазар приведена в полную готовность и отреагирует на любое ваше сообщение. Знаю, многие из вас обеспокоены судьбой доктора Белами. В данный момент он находится в травмпункте. Его состояние серьезно, но стабильно. Благодарю за терпение и верность нашему проекту. Это не тот, который у нас проводил испытания, интересно. Я забыл, как его звали. Симмонс, все сегодняшние результаты были отрицательными. Вы установили правильные нейромоды. Свяжитесь с Грейсом и найдите причину проблемы срочно. Алекс. Код сейфа. Я там ничего не вижу. Э-э-э.
Может, здесь есть подсказки, но я не знаю. Нет. Ну вот это один, а потом 4-1-0. Ну-ка. Нет. Ну и хер с ним. О. Мне жаль, Морган, не знаю, как тебе это удалось, но я не могу оставить этот пропуск у тебя, поверь мне, так лучше, Алекс. А зачем ты его сюда закинул? Восстановление батареи. Позволяет добывать больше зарядов для ошеломителя и кей лучемета из уничтоженных роботов. Как его поставить? Этот страх. А, тихо. Падаю. Шокер. Выводит людей из строя, тифоны более устойчивы к действию, но их также можно ненадолго обездвижить. Кроме того, шокер на время отключает роботов и уничтожает их при продолжительном воздействии. Зарядите, отпустите, чтобы выстрелить. Почему-то у меня на русском буквы показываются. Ну ладно. Так. А откуда я оттуда вроде пишу? А, зажмите для мощной атаки. Понял. Так, я понял. Здесь стоит лазить повсюду, чтобы что-то находить. Ну-ка, я вот сюда смогу залезть. Могу, не бессмысленно, да? Ну-ка, туда я могу. Тихо, не падай. Да, уже не могу. А, нет, нет, стой, стой, все, отлично. Ё-моё. Я был близок к провалу. Как я тут слез? Я забыл. А, спасибо. Мне кажется, там ничего нету. Фига узнает. Там последний разик. Чё это было? А, понял. Прости, малыш, с тобой попозже. Да, туда нельзя залезть. А, это лампочка. Там что такое? Алекс. Симмонс, что происходит? У нас проблема. Как там Морган? Он жив, усыплен. Приберите. Я иду. Ясно. Я себя видел. Тифон, как оплазмус. Все называют их мимиками. Смотрите, что подбираете. Блин, что это папа?
Всем, мне известно, что вы потрясены утренним происшествием. В избежание ненужной паники воздержитесь от контакта за пределами вашего отдела. А, ну это мы читали уже, да? Морган, поведение. После этого срыва на опросе Алекс требует, чтобы все распоряжения проходили через него. Пока ожидается психологический анализ. Алекс подчеркнул, что не хочет больше никаких сюрпризов от своей родни. Как будто мы и хотим. Морган ничего не помнит о последнем тестировании, как и должно быть. Но агрессивная реакция на тот же комплекс тестов – явное отклонение. Я рекомендую приступить к отслеживанию изменений личности, прежде чем мы приступим к новым тестам. На опросах и в процессе тестирования Белами. Напугала меня. Эррор. Да, господи, одно и то же сообщение. Примечание. Переход между сценами разрешен в следующий момент. Когда субъект Мию находится в лифте во время технических работ между испытаниями. Обо всех технических проблемах немедленно сообщайте доктору Сильвину Белами. Установите исходную конфигурацию. А, подожди, это же... А, вот вылежу. Ну, вот он как. Ух, ё. Сидели за этой стеной, сидели. Вот часть. Это было интересно. А, я обратно вышел. Парик разрядился. Тут я был уже. Что там есть. Зачем они здесь стоят? Так, я здесь сделал, да? И вроде да. Чё там, куда я шёл? Здесь вроде ничего нету. А куда эта дверь вела? Или они меня изначально усыпить хотели? Комната контроля. Я что-то видел. Господи. Не попадаю я. Усиленная атака почему-то.
Ага, попался. Привет, вампир. Крыша эшелона. Спасибо за подписку. Я надеюсь. Инвентарь открывать. А зачем мне еще один ключ? Ну ладно, пусть будет. Закончил уже. Ай, уберите! Интересный способ убийства. Вырвались на свободу, никто не может остановить их размножение. Я помогу вам выжить. Какое-то время. Удаленные манипуляции. А, ничего не понятно, но очень интересно. Йова, нам нужно оборудование помещения оборудовать помещение согласно новому плану тестирования. Конфигурация такая. Комната А, удар по площади, комната Б, притворство, комната С, дом с привидениями. Симмонс, если что либо изменится, сообщите нам. Сильвер Белами. Всем, мне известно, что вы потрясены утром, прошу, да, господи. Привет, по-моему, Белами вынес из исследовательского отдела данные мимикрии и телекинезис. Сходите в травмпункт и найдите на его теле пропуск в каюту. Прошу прощения, но Алекс в штаны наложит, если эти данные попадут в чужие руки. Все, что там такого. Ну, схожу, если будет время. Если меня пустят туда. Патриция Варма. Господи, экспериментируйте, пытайтесь по-разному справиться с трудностями. А, типа я могу либо в дверь пройти, либо через вентиляцию, да? Слишком много стульев. Ладно, все нормально. Я все еще помню, что тут должно быть 4 мимика. Я ж бил все эти стулья. Хватит бегать. Что я все равно поймаю.
Ага. Да ты самый бегающий. Остановись. Все, попался, добегался. Элис, привет. Я вышлю тебе статью, которую написал Алекс и Морган. Пока ее суть в двух словах. Когда ты получаешь новый навык с помощью нейромода, твой мозг как будто создает новые воспоминания. На самом деле мы пока не можем отделить изменения, которые вносят мод от обычного формирования воспоминаний. Поэтому если удалить нейромод, благодаря которому ты играешь на фортепианино, как Густав Лейтнер, твой мозг вернется к тому моменту, когда был установлен мод. Что делает Морган? Им нужно было получить чистый разум для испытания опытных образцов модов, то есть углубиться в прошлое очень далеко. Вот для чего нужен симулятор квартиры. Я никогда не видел людей, настолько преданных науке, как эти Ю. Напиши мне, пообедаем вместе. А, типа я пожертвовал своими воспоминаниями, чтобы какие-то опыты проводить. Но там что-то интересное. Человеческий класс. Что-то могу поднять, что-то не... Требуется хакер один. Я пока не могу ничего делать, да. Отпуск нужен. Триггер. Так. Пока боролся с мимиками, я что-то ничего не изучил тут. Белами. А, это офис Белами. Доктор Белами, вот результаты сегодняшнего личностного тестирования. В последних испытаниях наблюдается некоторый сдвиг относительно предыдущих результатов. Это не в первый раз. Сообщу Алексу. Прилагаю для справки последний тест. Тут мои ответы, да? Доктор Белами, в данный момент состояние доктора Ю, младшего, не позволяет нам получить полезных результатов. Я уже не говорю о серьезных повреждениях, к которым наверняка приведут постоянная установка и удаление нейромодов. Так почему тестирование продлено на неопределенный срок? Сил. Да, я тоже это заметил. Ты знаешь, я не люблю называть имена, но действительно в твоем отделе наблюдается всплеск жалоб на острые приступы тревожности. В лаборатории психотроники ситуация еще хуже. Я говорил с Келструпом о необходимости борьбы со стрессом. Уверен, это не отдельные случаи на собрании директоров. Я сообщу об этом Алексу. Алекс тут главная шишка, да? Чисто мой братик. Тест на 24.03. Снова заказать тесты. Лючия под наблюдением. Смотреть Белами. Испытание на воспламеняемость отложено на неопределенный срок. Алекс хочет повидаться с Сэм. М, это я, да? Так понимаю, перед тестированием. Тут что, цветы были?
Давай, это был фантом. Тифон Антрофантазмус. Не останавливайтесь. Да что-то он какой-то слабый. Смотрел, получил, ушел. А это куда вело? Ну, как минимум, тут были вкусняшки. Уй! Упс. Так, а как хилиться? У меня вроде были аптечки. Что-то мало хилиться. Я думаю, пару тифона мы точно переживем. Психическое поле. Изучение психических полей, как и все смелые новые идеи, столкнулись с предсказуемой реакцией научного сообщества. Сначала скептики подняли концепцию на смех, поскольку она не соответствует общепринятому мнению и законам науки. Позже скептики с неохотой признали, что это возможно при определенных обстоятельствах. Но доказательная база слаба. Затем ее подхватили широкие научные круги, и, что главная общественность, наконец, те самые скептики, некогда смехавшиеся, что там, да. Очень интересно. Это было. А. Посмотрите на этого беспомощное создание. Птичку кто-то сожрал. Блин, можно поменять как-то? Потому что так получится. Объектов на борту Талоса можно починить, если у вас есть навыки ремонта и запчасти. А, ну, я никчемное создание, у которого нет ни одного навыка. Второй этаж, не входить. И что? Не работает. Взять аптечку. Тут нет аптечки. А свои я не хочу тратить. Гелевая мобилизующая переносная система выходит из строя или обездвиживает цели, не причиняя им вреда. Способен выдержать человеческий вес. Непрерывный поток пены. Там что-нибудь есть? Ничего. Ну, я не стал рисовать такие штуки. Как тут повсюду монстры. 4, 5, 6. Что так много? Морган, там, в фойе. Возьмите нейромод, лежащий в витрине. Обычно он поддельный, но я подменил его настоящим. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Я уже загрузил в ваш транскриптор список того, что вам нужно. Взгляните. Бежим! Бежим! Понятно, но я похилился. Так, ну, троих я убил. Отлично. Осталось еще трое. А может и больше. Фиг его знает. Это конференция. Пожалуй, я соглашусь. Ну-ка, я еще одну птичку. А я же одну использовал, у меня же было. Все, нажал. Ах, нисколько можно собирать.
Где? Цветочки. Роберт? Элис, слава богу, больше никто не... Где вы? Прячусь, в конференц-зале. Я не могу... Господи, вы все еще в лаборатории? Не могу выбраться. Тут... Где черти носят охрану? Я не знаю, что происходит. Роберт, вам нужно выбираться. Идите к лифтам. Говорят, мы эвакуируемся. Роберт? Тссс! Погодите. Кто-то идет. Да ё-моё. Чем везде пароли? Там ничего нету. Вроде ничего. А это охрана? Фиг его знает, кто это. Сверху, видимо, тоже не особо-то и охрана. Наташа Никова. Что она пыталась сделать? Когда тебе это сработает? Я верю. Так, в конференц-комнате я все осмотрел. Тут ничего интересного не было. Кроме цветочков. Цветочки — это хорошо. Там я мог несколько взять, здесь могу только одну взять. Надо быть пылесос. Какой еще есть? Рекординг рум впускают. Ну ладно. Колесо избранных функций позволяет быстро выбирать оружие, впоследствии все способности. Нажмите колесико, чтобы открыть колесо функции и выберите оружие, используя колесико мыши. Нажмите лгам, чтобы взять оружие в руки. Ну да, так. Так, наверное, эффективнее. Нейромод — революционное изобретение компании Transfer, позволяющее вам осваивать новые навыки и способности. Откройте ваш транскриптор, нажав Т, и перейдите в раздел Нейромод. Так, что тут есть? Стрелок, адаптация. Ускоряйтесь на 5% быстрее. Продолжительность жизни увеличивается на 50 лет. Ученый. Терапевт. Эффективность аптечек повышается на 150. Хакер первого уровня. Подъем. Ремонт. Так-то все здесь нужно. Ладно, начнем с первого глупости. Он хоть поможет попадать куда-нибудь. Наверное, очень больно. Вы всегда умели импровизировать. Если бы не это, вы бы уже погибли. А теперь отправляйтесь в главный холл. Почему они такие беззвучные? Я не понимаю. Есть музыка? Ну, стоять. Ага, здесь как раз мне нужен подъем. Ну ладно.
как настоящая уборщица, будем собирать все, что плохо лежит. Пластик. Он меня хилит. Я буду этим заниматься. Что если? Получится, да? Что-нибудь побольше взять? Тяжелая артиллерия. Блин, нет. Почти. У меня почти вышло. Мне нужна еще одна мусорка. Срочно. Здесь есть мусорка еще одна. А, кстати, какой там уровень нужен был, чтобы взломать? Первый. О, как раз. Позволяет вам взломать защитные системы кодов. Для взлома быстро перемещаете в потоке данных с помощью, чтобы достичь цели. Кажется, на цели нажмите требую кнопку, чтобы совершить взлом. Понял? Меня будут очень больно бить, если я не буду делать все быстро. Буду знать. Напоминание. Привезите турели в производственный отдел. Здесь все же второй уровень нужен. Ну-ка, может стул получится использовать? А, вот тут есть. Ну все. Че? Подъем? Да я и без него справлюсь. Я так понимаю, пока я его несу, он все равно физичный, да? И как это работает? Почему в прошлый раз получилось сдвинуть? Блин. У меня почти вышло. Ну давай, подвинься еще немножко, буквально чуть-чуть. Или мусорку отдай. О. Давай. Я близок. Да чё я такой толстый, господи? Я как Алекс, что ли? Давай. Чуть-чуть надо. Капелька прям. Я пилюсь-ка. О, о, о. Получилось. Отлично.
Так, а ради чего я старался? Отличная аптечка. Отлично, я доволен собой. Это все было ради аптечки. Покушать. И окурка сигареты. Отлично просто. Так, куда меня путь ведет дальше? Там я все сделал. Окей. Я так понимаю, я наверх могу залезть, что там еще три штуки. А надо ли мне это? И так слезть. Тихо. Да. Пожелать волонтера. Интертестинг. Могу, да. Что здесь тоже эти мимики должны быть. Шокер. Отлично. Они меня заставляют. Они меня заставляют это делать. На этот раз это было проще. Но это меня ведет. Закрыто. И зачем я тут? А, вон я вижу штуки. Здесь стекло есть. На, слава богу. Джуниор Букмен. Всякие вкусняшки у него есть. Видимо, все, да? Теперь можно возвращаться. Ну, они сами сказали, что можно проходить игру разными способами, но... Блин. Так не говорите, что я застрял. Вылез. Отлично. Спасибо. Кто ты там? Ладно. Не знаю, что ты, но... Фабрикатор. Ничего не работает. Запчасти. Отлично.
Ладно. Полагаю, мне вниз надо. И полагаю, желательно это сделать безопасным способом. Так, куда меня ведет путь? Меня ведет только в одно место путь. И это вот сюда. Да? Да, холл. Да, я уверен. Что-то я долго задержался здесь. Господи. Таинственный собеседник по имени Двор помогает вам выбраться в главный холл комплекса. Я уже забыл про него. Да. Что там может меня удивить? Тихо, тихо. Чё ж, я так хочу сигануть-то с излишности. Кожурки. Человеческий ресурс. Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Это земля? Где-то на около луны питаем, да? Где? Стой, стой, стой. Доброе утро, Тарас. Продается кафе до 9 часов. Это мне не нужно. Спасибо, конечно, но... Пару секундочку. А, я ничего с этим сделать не могу. Да. Так вот. Все. Меня это не интересует. Сколько вас тут? Стой. Скрылся за страницу. А, вон он.
Хватит около меня пробегать. Сейчас игнор, я не понимаю. Чего их так много? Хотя тут предметов куча. Может поэтому. Психотроник Став Онли. Ну, по всей видимости, туда я не могу попасть пока что. Так, тут ничего не было. Нихера себе! Вы откуда, ребят? Тут ничего интересного не было, кроме двух мимиков, которые на меня с неба упали. Куда они, на лампе сидели, что ли? Привет. Ты меня не обидишь. Господи, напугал меня. Сискяк. Там пункт. Отлично. На еда неплохо восстанавливает здоровье. Бьянка Гудвин. А, я вижу ее сообщение вроде где-то. Где-то что-то она написала. А где вторая тролль? Вот тут первая, а где еще одна? Или мне... А, вот она. Джейсон Чанг. Миша Лазарев. Семь шаттлов. Нет кислорода. Да. Окей. А могу ли я? Ладно, это тупая идея. Пошли со мной, мой верный друг. Ты будешь мне помогать во всех моих начинаниях.
меня не застрелили случайно. Съем. Все равно не осталось места. Нихера себе! Тихо! Защищай меня! Чё-то я не понимаю. Почему у меня нет звуков от выстрелов турелей? Чисто музыка играет. Может, я что-то выключил случайно? Потому что это странно. Все включено. Может, громкость голоса, я не знаю, как-то влияет на это. Да нет. Все равно тихо почему-то, и не слышно звуков. Ладно, я потом, может, посмотрю. Может, какое-то исправление найду. Так. Он со всеми разобрался? Или еще кто-то остался? Что-то их как-то много. Это что? 9 миллиметров патрона? О, что можно? Яблоко съем. Так, а что мне вообще по сюжету? Видеофайл. Я схожу тогда сначала туда. Это все равно места внутри нет. Может, там что-то будет. Ты меня не проведешь. Господи. Мне нужен инвентарь. Нет пропуска. Опять травмпункт. У меня уже два ключа травмпункта. Мисс Гудвин, мне потребуется помощь. Добровольцы возбуждены сильнее обычного. Сегодня утром 11-й угрожал проломить мне череп, если я не разрешу ему размять ноги. Когда соберетесь, вот новый код 3740, а не старый номер с файла. Уверен, они видели, как я его набирал, поэтому пришлось сменить. Сотрудник СБ Джон Хаскинс. 3740. Надо запомнить. Так. Доктор Игви, я передала ваши предыдущие просьбы, и мы постараемся что-нибудь сделать, но гарантировать ничего не могу. Расписание очень плотное, и, возможно, времени на личные встречи не останется. Если мне что-то станет известно, я вам сообщу. Искренне, ваша Бьянка. Специалист по связям с волонтерами и гостями Талоса 1. Мисс Гудвин, в дополнение к предыдущей просьбе, мне бы хотелось узнать, нет ли каких-нибудь новостей о визите Густава Лейтнера. Состоится ли он? И если да, то не мог бы я получить экземпляр расписания. Мне бы очень хотелось встретиться с мистером Лейтнером, если возможно, до процедуры нейрокартирования. Да, пришел Игви тихий и вежливый. Пожалуй, Лейтнеру руку так словно боялся ее сломать. Попросил его поставить автограф в блокноте, который принес с собой. Лейтнер был польщен, это хорошо. Мы постарались обеспечить ему комфортные условия даже в своем плачевном состоянии. Он по-прежнему мечтает о сигарете, его пальцы поминутно сводит судорога. Ужасно такой талант, удивительно, что он хотел пройти сканирование. Что-то у него с пальчиками было, и то. Бедняга. Доброе утро, Талос. Каждый сотрудник обязан ежедневно отчитываться о выполненной работе. Если вы не можете явиться на работу, оповестите непосредственного начальника. Ё-моё.
персонала. Перенесите как можно скорее оставшиеся коробки в мой новый кабинет в отделении работов. Сильвина, доверяю тебе свой мозг. Ты хорошо работаешь, и я надеюсь, так будет и впредь. Слушай, если тесты пройдут неудачно, если что-то случится, передай Алексу, что он ни в чем не виноват. Это было мое решение. Кроме того, если испытания затянутся, подумай о том, чтобы переехать поближе к лабораториям симуляции. Ты всегда сможешь вернуться после того, как мы отпразднуем наш успех. От Моргана Белами. Ничего больше нет. Код замка на двери в ваш кабинет 0451. А, это мой ВП директор разработки исследований. Так, а тут ничего нету? Ты умнее своих прошлых сотрудников? А, я могу взломать. О, господи. Поменял кнопку взаимодействия. А, вот она была. ОМГ, горячий босс. Офигенный пароль. Джейсон, ремонтник сломал кодовый замок от моего кабинета. Приказал ему выставить на нем комбинацию 0451. Я задержусь в лаборатории симуляции, так что если что-то понадобится, бери. Ну, окей, я два раза узнал свой пароль. Ой, не то. 04451. Это место уже 3 года является вашим домом. Видео доступно на вашем терминале. Поместили предметы в корзину. Утилизатор преобразует ненужные вещи в минералы, органику, пластик и экзотические вещи. Так, что-то я не понимаю. Какая кнопка? Может, я что-то не то нажал? Ну-ка, секундочку. Управление. Ну-ка, если я обратно верну на эту букву. Не, все, что-то все сломалось абсолютно. Какая-то кнопка и перенести хлам или не так. Наревшая плата, окурок, это. Пластик, цветочки. Вода, моток проводов. Что мне еще не надо?
ему это. Нам бумага точно еще не нужна. Ну все. Утилизация. О-о-о. Штаменты мои. Распределитель операторов. Офигенно. Что тут есть? Да, у меня он есть. Зачем мне еще один? Центр телеконференции. Доброе утро, Морган. Я достал схему, которую вы заказывали. Она в вашем сейфе, Джейсон. Вот это. Я не могу его открыть. Ладно. Может. А, вот этот сейф. Чертеж боеприпасов для какой-то пушки на разрушение. Меню. А, вот это я могу лучше. А, пока не буду. Че я там нейромок получил, да? Дает возможность поднимать тяжесть и увеличивает дальность броска. Брошенный предмет относит урон врагам. А я могу как-то увеличить количество переносимых? Модификация костюма увеличивает количество переносимых предметов. А, это мне надо модификация для костюма, да. Че тут есть? Скрытность. Враги дольше не замечают вас, когда вы крадетесь. Нанося удары разрывным ключом, вы тратите на 25% меньше выносливости. Повышает эффективность утилизацию на 20%. С помощью запчастей можно ремонтировать гравилифты, фабрикаторы и утилизаторы, вышедшие из строя в режиме выживания. Вы также можете чинить изношенное оружие. О, вот это 100% мне надо. Ваш костюм транзистор вмещает больше предметов, в него можно установить два дополнительных чипа. Аптечки лучше взять. Или подъем. Она какая-то. Что сильно увеличилась? Я разницы не особо вижу. Так, ладно. Вы выбрались? Я до сих пор не понимаю, что случилось. Я не думаю об этом, но у нас нет причин не соблюдать приличия. Сегодня в холле мне показалось, что ты меня даже не видишь. Если ты за что-то сердишься, давай поговорим об этом. Дело вид, что мы не знакомы, это ни к чему. Нам еще работать вместе. Екатерина Юлишина. Не беспокоить, Морган. По вашей просьбе записи журнала вашего терминала будут автоматически пересылаться к вам в апартаменты, в помещениях персонала. Ваш заказ из аппаратной отправлен. Сообщите о получении. Если что-то не так, я исправлю. Как и на прошлой неделе, я позабочусь о том, чтобы вас пока не беспокоили. Если могу еще чем-нибудь быть вам полезен, сообщите. А я буду держать оборону двери вашего кабинета, Джейсон. Так, Джейсон. Мне страшно, что ты меня считаешь горячим боссом.
Посмотри меня, Морган. Привет, Морган. Это видео для зеркала. Должно все прояснить. Убедить, что рядом никого нет, прежде чем смотреть. Привет, Морган. Ну и денёк. Уже сам с собой говорю. Память у тебя как решето, знаю. Прости. Подожди, мужик. Хочу подержать. Слишком громкий. Это навсегда. Первое. Январь заслуживает доверия. Это оператор. Что-то вроде нашей резервной копии. Помнит все за тебя. Мы тестировали новый нейромод на основе тифонов. Преобразовывали их паттерны в наши. Дело в том, что удаление нейромода стирает память до момента, когда его вставили. Поэтому ты не помнишь. По идее, есть способ привести тебя в чувство между тестами. Но кто-то мог забить и сделать один день всей твоей жизнью. Вот. Именно так и сделал Алекс. Только вот, зачем? Тебе не понравится, что я скажу. Все эти чертовы записи. Извини, но я не могу дать тебе их прослушать. Сначала я должен тебе все объяснить. А пока просто... Черт возьми, мне пора, сиди тихо. Пожалуйста. Я бы с радостью, но ты видел, какая хрень здесь ползает? А что за шкафчик? Как мне с ним взаимодействовать? Мастерскую доктора Кальвина. Эту штуку я все еще не могу открыть. Что было? Прошлого было время. А, ну ладно. Чего далеко я? Меня откатило. А, ну в принципе. Так уж и далеко. Сейф я обыскал. Здесь ничего интересного нету. Что за дверь это? И что наверху? И что не остановит Моргана Ю? Ну или остановит. Дальше ползти некуда. Ладно. Жалко, здесь я закончу. Как раз завтра снова вернусь. Как раз все проверю.
чтобы у меня хотя бы было слышно звуки выстрелов и этих... Забыл, как их зовут. Пусть будут мимики. Ладно, удачки.